Владимир Мановец в прокуратуре города Владимира более 5 лет. Сегодня за добросовестный труд его награждают благодарностью от генерального прокурора. В ходе службы приходится жертвовать своим личным временем, где-то семьей. Но эту задачу как бы ставит нам государство и руководство прокуратуры в области, генеральная прокуратура. Мы обязаны выполнять эти задачи, несмотря ни на какие обстоятельства. Александр Сухарев – легендарная личность не только в прокурорском сообществе региона. Надзорному ведомству отдал 33 года. На службе повидал всякое. Работал в Суздальском, Муромском районах, городе Владимире и даже Узбекистане. Александр Петрович – юрист, правовед, журналист, наставник многих поколений молодых юристов. Сейчас на пенсии. Но продолжает активную общественную работу и пишет книги. Начинающим коллегам желает всегда с честью выполнять свой долг. Прежде всего, это честности. Это раз. Благородство. Два. Высокого профессионализма. Это три. Без этого невозможно общаться с людьми и оказывать им помощь. Свой профессиональный праздник работники прокуратуры отмечают 12 января. Дата стала знаковой благодаря Петру Первому. Именно в январе 1722 по указу императора учредили первые надзорные органы. Сегодня сотрудники прокуратуры следят за исполнением законов и защищают интересы граждан в самых разных ситуациях. На их счету тысячи выявленных и пресеченных нарушений. Мы с гордостью можем сказать, что на территории области на протяжении многих лет уже наблюдается тенденция снижения количества зарегистрированных преступлений, снижение количества убийств. Наблюдается тенденция снижения преступлений против собственности, это кражи, грабежи, разбои. Практически на 20% уменьшилось преступность несовершеннолетних. С праздником прокуроров региона поздравили городские и областные власти, представители Заксобрания. Губернатор Владимир Сипягин отметил, что совместно с властями и сотрудниками МЧС прокуроры в 2018 году под особый контроль взяли торговые и развлекательные центры региона. Там проводили проверки пожарной безопасности в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре погибли более 60 человек, большинство – дети. В 33-м регионе за год провели более 500 проверок и оштрафовали 456 нарушителей требований безопасности. Как отметил глава региона, в числе важных задач на будущее – продолжение борьбы с коррупцией на разных уровнях. Я предлагаю, кроме этого, особое внимание уделить проведению антикоррупционных экспертиз и выявлению избыточных административных барьеров в законодательстве и, в частности, в сфере предпринимательства. Поздравили прокуроров и городские власти. Глава администрации Андрей Шохин рассказал, что в этом году отмечается 255 лет со дня назначения первого прокурора на Владимирской земле. Есть еще один юбилей. Это 75 лет нашей Владимирской прокуратуре. Поэтому нам повезло, мы в этом году будем отмечать две юбилейные даты. Как работают все структуры слаженно, гармонично, планомерно. И я хочу сказать огромное спасибо за то, как работают наши сотрудники прокуратуры города Владимира. На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу, ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров города и области и ветераны службы. Завершилось торжество праздничным концертом. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.